Фуртфорд, где сейчас мы были, работал с 1970 года. 42 года. В вашем заводе останется свое конструкторское бюро, которое вот, у вас же были свои собственные модели ижевские. Есть ли в перспективе мысли, что возобновить, может быть, какие-то свои собственные модели? Сохранение нашего научно-технического потенциала – это одна из наших основных задач, поэтому да, мы сохраняем наше конструкторское бюро. Оно имеет постоянную загрузку, если не по
тематике производства и консультирования новых автомобилей. У нас теперь очень большая обширная программа модернизации. Все время возникают какие-то вещи, которые требуют увеличения конструкции. Тем не менее, по мере сотрудничества с АвтоВАЗом, по мере сотрудничества с Альянсом Ленинградом, я думаю, что загрузка нашего топлива не только увеличивается. Какие производственные планы на этот год? Какие вы ставите проекты себе? Производственные планы на этот год у нас утверждены советом директоров, они не изменились с начала года, составляют 55 тысяч автомобилей. Когда новые модели появятся, кроме Гранта? Еще раз. Новые модели когда появятся на общем здесь? Раз. Это что будет? У нас есть модели, которые мы пока не объявляем в силу, конечно, потенциальных причин, но я могу сказать, что это будут бюджетные автомобили Renault и Nissan.